Так, ребята, смотрите сюда. Вот у меня как раз подписчик сидит в скайпе. Как вас звать? Александр. Александр. Александр, вопрос появился, который мы сейчас легко рассудим. Значит, он спрашивает, друзья мои, он спрашивает, что, почему у вас бензин, такая маслянистая жидкость, такая, да, ведь желтоватая, в пусковом устройстве. Вот, ребята, вопрос ко всем, почему у нас в пусковом устройстве есть маслянистая жидкость? Ну, элементарно, очень просто, но я хочу от вас у всех услышать. Так, ну давайте это, Саша вас звать, да? Да. Саша, давайте подумайте сами, как работает пусковое устройство у нас? У нас там есть диафрагма, согласны? Да. Диафрагма. Оно у нас разрежением втянуто. То есть оно у нас тянет из этой диафрагмы, тянет вниз разрежение, он сосет. Чего бы там ни было, он его обязательно засосет, согласны? Ну, да. Диафрагму тянет. Вот представьте себе картинку. Вы глушите машину. Глушите. Что происходит с пусковым устройством? Возвращается в начальное. Совершенно верно. Теперь она тянет пары бензина в пусковое устройство. Согласны? Согласен. Согласен. Но, а теперь это устройство, там не только у нас, значит, вот жидкость, я видел, она такая желтая, такая маслянистая, такая, ну, типа с маслом. Вы знаете, что у нас и пары масел там есть тоже, картерные газы есть, да? И вот она... Сколько раз вы глушите машину свою, столько раз она засасывает пары масел, пары, значит, это, картерные газы. У нас картерные газы тоже есть, да, всасываются в карбюратор. Согласны? И она, и вот эти вот пары, они на секунду задержались, она их, оп, всосала. Бензин-то испарится, а масла-то нет. Масло не испаряется, дорогой мой. Вот мы сами и ответили на этот вопрос. Хорошо, теперь, Саша, такой вопрос. А вас это что, напрягает очень сильно? Меня напрягает, скажем так, просто такой вопрос, что вот, например, вчера я разобрал это все, почистил. Так. То есть там пусто. Там пусто. Да. И получается такая ситуация, что со временем, так, машина начинает плохо запускаться. Ну, Александр, не может такого быть. Не может такого быть. Это вот, оно находится за диафрагмой. Согласны? За диафрагмой. Полость у нас так и открыта. Так и так у нас полость рабочая. Полость-то рабочая у нас. Там не столько жидкости, что там у нас некуда воздуху деться. Там нет столько жидкости. Там чуть-чуть на дне вот так вот, ну, прям, ну, будем говорить, ну, капля, ну, две. Она абсолютно ни на что не влияет. Плохо запускаться, ищите другую причину в плохом запуске. Хорошо. А что вы скажете на то, что если я скажу, что там жидкости порядка 2 миллилитра? Что вы говорите? Да там вся камера 2 миллилитра. Ну, вот, там вся камера 2 миллилитра. Я сколько раз, я сколько раз открывал, и там очень мало жидкости. Ну, значит, у вас такие картерные газы. И это вы за сколько? За один раз она засасывает 2 миллилитра? Ну, Александр, вы прекратите. Ну, вы сами посудите. У нас просто полость открытая в этом. Ну, будем говорить, в коллекторе у нас ничего нет. У нас простое воздушное пространство. И вот каждый раз при выключении зажигания у вас засасывает, ну, будем говорить, порыв воздуха. Пары воздуха там, с маслом, там, с бензином и так далее, и так далее. Значит, у вас очень сильные картерные газы прут. Очень сильные картерные газы прут. У вас сопунение есть в двигателе? Большое. Двигатель после капиталки. Ну, это не говорит о том, что нет там сопунения. Ну, что после капиталки? А вы вскрывали фильтр? Вот здесь вот, в полости фильтр. Есть у вас там, наличие, ну, признаки масла, признаки жидкости? Признаки этой самой. Ау. Дело в том, что это не Жигули. Я сразу оговариваюсь, потому что я, извините, что не сказал сразу. Девятка? Это... А я знаю прекрасно. Нет. А что это? Passat B3. А, вон что, ребята. Ну, с этим делом я не знаю, почему так происходит. Ну, может, у вас там обильное масловыделение идет. Ну, я вот замечал, любую девятку откройте, вот, YouTube. Откройте у себя пусковое устройство, если долго не открывали, и вы увидите... Ну,
Ну, ребята, ну я могу показать, в принципе-то. Ну вот, крышка пускового устройства. Вот смотрите. Вот видите, да? Похоже? Похоже? Похоже. Так вот здесь я вот покажу людям. Буквально вот на дне вот висит вот так вот. На дне такая пленка. Ну, ребята, вы не сразу не сказали мне про машину. Возможно, у вас там где-то прям... Это вот забор. Забор этого разрежения на пусковое устройство находится, наверное, рядом прям с этим с забором картерных газов на холостой ход. Я просто не знаю там конструкцию. Хорошо, Наиль, скажите, пожалуйста, а почему вот получается такая ситуация? Может, это с этим связано? Например, машина полностью холодная. Так. Сажусь в машину. Так. Естественно, вытягиваю подсос. Так. Не могу ее тупо завести, грубо говоря, даже не схватывает. Хорошо. А карбюратор-то какой у вас стоит? 83. 83, хорошо. Давайте это, ну это проще уже, это можно помечтать, пофантазировать, наврать вам что-нибудь. Ну давайте я попробую. Значит, смотрите сюда. Вот я обычно как делаю? Как я вообще проверяю это, вообще работу пускового устройства? Вчера такая была история. Когда вы завели, неважно, горячее, холодное, ну, конечно, холодное это видно, а на горячую, вот эта тяга пусковой, я вам сейчас покажу ее. Ну, я знаю. Ну, вы представляете, раз пошла такая пьянка, надо уж показывать все четко. Вот, смотрите, YouTube, вот эта тяга, я правильно там? Вот она, ну, они знают, короче. Вот, смотрите, тяга. И вот я беру пальчиком ее. Ее просто невозможно вытащить на себя. А вы проверяли, что она вот полностью туда засасывается? Конечно, при запуске холодного двигателя пусковое устройство приоткрывает. Нет, совершенно у вас. Оно приоткрывает теоретически, а у вас практически приоткрывает? Практически приоткрывает. При том, что я специально снимал полностью это все, чтобы был доступ по нужной заслонке. Александр, дорогой мой, давайте тогда сделаем следующим образом. Вот смотрите, я вам сейчас покажу разные кулачки. Смотрите, видите? Два разных профиля. Возможно, на ваш Passat. Вот вы знаете, что вот этот профиль, скажем, на 53-й карбюратор. Вот даже не на 53-й, а на 41-й. Вот смотрите, он различный, совершенно различный. Смотрите. Так вот этот профиль, его подбирают очень-очень осторожно. Французам понадобилось там где-то... Ну, может быть, 200, 300, 400 пусков холодных, чтобы вот эту кривую всю перенести на кальку и потом посмотреть. То есть они при каждом зазоре пуск холодный. Опять остывает машина в камере в холодильной летом. Опять пуск, опять остывает. Это рутинная работа. Очень рутинная. И вот видите, различные профиля. Смотрите, я на камеру показываю. Возможно, вам вот нужно... Потому что вот этот вот восьмой профиль, он... Ну, будем говорить, он не откроет больше, чем на 3 миллиметра у вас зазор. А вам нужно 4, 5 нужно, 6 нужно вашей машине. Вот ведь в чем дело, дорогой мой. Вот такую бы вам штучку, вот, но я вам не могу никак через скайп, возьмите прямо сейчас, берите. Вот смотрите, я вам прямо ее передам, вы найдите на 41-м карбюраторе, может разборки. Может быть найдите, хотите я вам пластину эту пришлю. Мне не жалко. Ну вот вам бы, или вы там сами выпилите. Вот здесь вот нужно пропил сделать. И тогда она откроется больше. Вот видите вот этот паз? Она откроется больше. И тогда у вас замечательный пуск произойдет. Александр. Хорошо. Ну давайте дальше. Не договорил до конца. Договаривайтесь. Вот ситуация. Вот смотрите, не запускается машина, да? Да. Естественно, что, ну... Вы чуть-чуть там, убираете подсос. Топливо, ладно. Но я что делаю? Я ее пускаю накатом, грубо говоря, и завожу ее с бук... Вы пропали. Вы пропали. С буксира заводится. С буксира? Да, с буксира заводится. С ключа нет. Александр, тебя слушает вся страна. И ты знаешь, это половину машин так делают. Не хватает оборотов, дорогой мой. Ты знаешь, какой пуск должен быть у машины, чтобы она устойчиво завелась? От 80 до 100 оборотов. Это минимально и необходимое и достаточное условие. Минимально достаточное. А если будет больше оборотов, 100 оборотов нужно
холодной машине, чтобы все-таки произошел пуск. А когда вы ее тащите на веревке, там не 100 оборотов, дорогой, там больше гораздо. И поэтому разрежение больше. Я не знаю, как его еще показывать. То есть я уже как артист начинаю вам тут рулить. Я вашу мысль понял. Поняли мою мысль. Это очень хорошо, когда понимает меня. Мне очень нравится. Будем пытаться копать в этом направлении, как говорится. Значит, копайте в этом направлении, занимайтесь, возьмите, у вас нет таких кулачков, ну хотя бы, ну позвоните мне домой по скайпу, я попробую вам, ну или где-то возьмите, снимите просто на кальку в магазине, дайте мне там 53-й карбюратор, 73-й, и снимите у них. Можно поставить, например, 73-го карбюратора? Так, 73-го, секундочку, я вот точно, блин, надо же, вот совсем не могу сказать. Сейчас, секунду. Я просто забыл, какой там стоит. По-моему, там тоже как на восьмерке стоит. Так. Номер кулачка воздушной заслонки. Вот смотрите. Ну, да, ребята, у нас одинаковый он у нас. Значит, вам все-таки не хватает. Ну ладно. Вот вам нужно сделать вот это. У вас не открывается на воздушку. Понимаете? Вот эту вещь вам надо пропилить просто. Поглубже. Пропил сделать вот этого кулачка. Чтобы она больше открылась. Ну вы нафиг чик. То знаете, она вообще, знаете, такая цементированная. Ее хрен нафиг возьмешь. Ну возьмите шарошкой там, дрелью этой. Там фрезой, вот так вот. И все у вас пройдет. И вы добейтесь, немножечко пустите. Вам тоже придется 10-15 спусков холодных сделать двигателя. Ну и она начнет заводиться, потому что не хватает вашей машине. Вот 3 мм нужно на восьмерку, и 5 мм, 6 мм нужно на классику. Хорошо. Зависит ли открытие вот этой воздушной заслонки, скажем так, от объема двигателя? Ой, это зависимость. А у вас какой объем двигателя? 1,8. Ну, конечно. Вот на «Москвиче» 1,8, там вот такая дырища стоит. Там вообще совсем другой профиль. На 41-м. Я понял. Дальше будем искать тогда... Ищите. Если вам что-нибудь непонятно, то вы дома лучше в скайп. Потому что я здесь, и здесь я не могу так много разговаривать. Меня извините. Лучше, ну, через часик. Через часик вы уже будете 5-й, 6-й, кто попросился. Спасибо. Ну, давайте, пожалуйста. До свидания.